Всем привет, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. И сегодня снова с вами, а вы со мной. Сегодня снова съемки на балкончике. Реально, ребята, уже время позднее, как-то день прошел, не пойми как у меня. Ну, не пойми как. Утром, что проснусь, темно. Да, думаю, что такое? Сколько это? Гляжу, 10 часов утра. Короче, спала до 10 утра, как никогда, я столько не сплю. Я сплю до 8 всегда. А на улице дождик. Полдня шел дождь. Кое-как сходила в магазин, там, ну, за такими, за мелочами, но нужно то хлеба купить, то все. Я вам сделала обзор небольшой, чтобы вы посмотрели. Да, думаю, выйду на балкон, покажу город. Хотя бы с высоты птичьего полета. Поговорила уже и с мужем сегодня. Муж говорит: ты там остаешься жить? Я говорю: да, конечно, мне тут нравится. С сыном тоже побеседовала. Короче, Москва тоже была у меня на проводе. Только поговорила, всем звонок. Звонок с этой фирмы-перевозчика. Тоже хочу заказать билеты. Ну, вернее, заказала уже их очень заранее, потому что сейчас с передвижением проблемы, особенно с южного направления, очень мало транспорта. Очень мало, ребята. Так как закончился уже и даже и летний сезон, и бархатный сезон. Хотя народу тут куча шатается кругом, но добраться, уехать и сюда, и отсюда проблематично. Я хочу сказать, очень даже проблематично. Поэтому, как, готовь сани летом, а телегу зимой, получается, да? Хотела показать вам детскую площадку. Вот видите, детская площадка огромная. Но это новый жилой комплекс, тут все до дела. Строится и строится, каждый кусочек застраивается. Видите, какие дома модные тут. Ой, не знаю, что-то, наверное, меня плохо видно. Как-то. Полезла, ребята, в интернет что-то. Сегодня что-то я нахожу такие видео. Все, это мое последнее время. Ой, видео. Закрываю свой YouTube. Я удивляюсь, понимаете? Нет, большие каналы, возможно, многие там позакрывались, что-то им невыгодно. Но это у людей есть бизнес, которые раскрутились, у которых миллионники там... И то они не закрываются, а такие всякие. По 100 тысяч, да? Ну, наткнулась на видео. Закрываю свой канал, потому что мне невыгодно. Я не хочу бесплатно работать. Ребята, 1500 подписчиков не хочет работать. А что ты здесь делаешь? Ну, как по мне, ребята, я выпускаю видео для души. Ну как? Если люди добавляются, конечно, это классно, хорошо. Если есть еще обратное общение, вообще прекрасно. Ну, мне нравится это. Мне нравится. И думаю, первые видео мои кардинально отличаются от сегодняшних видео. Уже приходит как бы опыт, все там такое ж. Но... Посмотрела на том канале, думаю, что ж там такое снимают сверх хорошее такое. Обзор покупок на 800 рублей, ребята. И считает этот человек работой. И с учетом того, что больше он работать нигде не хочет, то мне не нравится, ну вот по видео посмотрела, то мне не нравится, то зарплата не устраивает, то еще что-то. И мы не бедные, мне помогают родители и братья. Причем тут бедность, да? Ну, короче.
короче, думала грести лопатой, деньги тут, показав обзор покупок на 800 рублей с супермаркета. И живет возле проезжей части, каждое утро показывает с кухни. Ой, сегодня вот такая погода, сегодня листва, сегодня, а завтра дождь, а кусочек площади еще видно. Это у человека работа. Ну реально, ребята, работу, я считаю, действительно, кто работает, это люди, которые создают мастер-классы, да? Человек на фурнитуру тратится, не забывайте. Это вообще кропотливая такая действительно работа. Получится, не получится, нужно в эфире это делать, чтобы все было четко. Ну, мастерство надо иметь. И не факт, что этот человек потом это продает, изделие или это. Ну, деньги он влаживает. И работу, ну как, и труд свой тоже, время. Тяжело тем, кто занимается кулинарией. Но тоже там, чтобы не стукнуло, чтобы не грюкнуло, чтобы было все красиво, чтобы посуда красивая, ну, по мере. Плохо видно меня так. Видите, солнце не всегда правильно светит, или не всегда такие ракурсы выбирают, что ли. Ну, все равно, даже готовит человек дорогое блюдо, все равно он не столько теряет. Потому что все равно, что они съедят, но семья съест, он сам съест, не знаю, но если сам живет, да? Но все равно это работа. Это работа, монтаж там, ну, тяжеловато. Тяжеловато и долго, поэтому они, может, и реже выпускают свои видео, эти люди. Я считаю, что вот такие влоговые видео, как у меня, например, или у многих других, это легче, чем то, что ты что-то делаешь. Потому что надо там очень аккуратно, очень кропотливо все делать. Думаю, ты открыл канал, да, и сразу к тебе побегут, там полетят, что ты рассказываешь там. Прям очередь будет стоять. Они тут-то было. Прям разочаровались. Отменили монетизацию. Я не буду выпускать видео. У 1500 человек на канале, ребята. Звездуны, понимаете? Блогеры звездуны. Не знаю я. Даже. Даже если бы была монетизация, чтобы ты мог получать там с этих 1500 людей. Это копейки. Реально, это копейки, просто. Думают, как крупные блогера раскрученные, так они сейчас не в печали. От Ютуба им нету, зато есть от российских реклам, ну, рекламодателей. Реклама, все рекламируют люди. Вот, по магазинам кто ходит. Не так, как я, да? И то я, ну как, это тяжело, время под долго съемки. То кто-то кашлянул рядом, то кто-то прошмыгнул. Я еще только учусь. В магазинах у нас негде снимать такое. А люди действительно ходят, делают обзоры крутые, да? И это нелегко, это время. Вне дома. Там, небось, дни тратят напролет. Потому что я сняла 4 видео, прошло там 4... больше 2 часов. В 9 уехала, в 11:30 явилась. Или без 20:12. Ну, короче, долго. Не так легко все дается, как нам бы хотелось. Получается так. Конечно, каждый желает и подписчиков. Я очень рада другим, ну, людям, которые приходят ко мне, и своим людям, которые есть у меня, очень рада. Конечно, конечно, хотелось раскрутиться, но бросать нет. Мне это нравится, это мое увлечение. Никаких, как люди на склоках, там, на каких-то там разборках делают контент. На войне сейчас делают прямо. А война кончится, что вы будете показывать, да? Ну вот, хотелось сегодня высказаться на вот эту вот именно тему. Мне
ребята, кто меня смотрит, кто мне пишет, я обязательно всем отвечу, всем все просмотрю, проставлю, вы знаете меня. На этом буду, ребята, заканчивать. Всем хорошего, доброго, всем пока!